Здравствуйте, меня зовут Елена Коваленко. Я эксперт в области продвижения бизнеса MLM онлайн и топ-лидер очень крупной сетевой компании. Сегодня я открою вам супер секрет. Правило, которое называется «Правило 4П». Скажу честно, я подсмотрела этот секрет у очень знаменитых мировых сетевиков. И вообще, у меня была такая проблема. Я не понимала, почему мой бизнес не растет вверх. Но на самом деле, перепробовав много различных моментов, обучаясь у различных источников, я все-таки нашла очень простой ответ на свой вопрос. Если вы будете придерживаться этого правила, правила 4П, то все у вас пойдет очень-очень круто. Итак, первое правило. Будь проще. Говори, рассказывай людям информацию простым языком. Не нужно каких-то премудростей, не нужно каких-то супер навороченных умных фраз. Потому что чем будешь ты проще, тем люди к тебе будут больше тянуться, мы все об этом знаем. Второе правило. Пользуйся. Пользуйся тем продуктом, который предлагает компания, с которой ты партнеришься. И если ты сам полюбишь этот продукт, то тогда ты сможешь на невербальном уровне и на вербальном тоже передать человеку те эмоции, которые ты получаешь. Вот поверь, если ты не будешь сам пользоваться этим продуктом, то ты ничего не получишь от людей. Люди просто не будут тебе верить и не пойдут за тобой в твой бизнес. Третье правило. Перестань продавать, а начни помогать. Люди устали, что им постоянно что-то впаривают. Поэтому научись таким методикам и технологиям, когда ты в первую очередь предлагаешь людям помощь. Они это будут чувствовать на вербальном и на невербальном уровнях. И тогда люди пойдут сами к тебе в команду. Как? Обратись ко мне, и я тебя этому научу. И четвертое правило. Подключай людей в бизнес. Показывай людям бизнес-возможности, а не просто продавай продукт. Поверь, именно в этом и заключается суть MLM-бизнеса. А многие путают MLM-бизнес с обычными продажами. Но на обычных продажах ты зарабатываешь здесь и сейчас, и небольшие деньги. А вот именно подключая людей в бизнес, ты строишь себе будущее, очень хорошее и очень денежное будущее. Итак, я надеюсь, что с сегодняшнего дня вы начнете применять это простое правило 4П. Поверьте, оно элементарное, но если вы вдумаетесь и по каждому правилу создадите свой собственный план действий, то у вас обязательно получится построить большую, шикарную, крутую команду. С вами была Елена Коваленко. Подписывайтесь на мой канал, ставьте обязательно лайк, если это видео вам понравилось. Ну, даже если не понравилось, можете тоже поставить лайк. Ну и, конечно же, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить мое следующее видео. Задавайте обязательно в комментариях вопросы. Пока-пока!